Депутаты Госдумы инициировали внесение поправок в закон о потребительском кредите-займе. В случае принятия изменений, кредитные организации будут обязаны передавать заемщику информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул. На текущий момент заемщики сетуют на то, что банки необоснованно отказывают в кредитных каникулах и целенаправленно навязывают свои программы рефинансирования. Подробности читайте на сайте.